Еще одна для коллекции.
Оборотень! Оборотень! Thank you.
Будь готов! Просто! Даже жаль, что они слабые. Странно, да? Thank you.
Быть. Разных миров. А Фафнир бывал в Альфхейме? Я не знаю. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Да, братец, Фафнир был очень любопытной личностью. Как-нибудь расскажу. Вы уже добрались до склада Фафнира? Thank you.
разбойники. Ой, похоже, они успели первыми. Ты стал лучше. Заперто. Ищи другой ход. Со мной, Атрей. Сейчас вернусь. Ого! Круто! Новая карта!
пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Никаких сокровищ и точильного камня. Не радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. Тебя застали врасплох. Просто не ожидал. Именно. Приготовься! Дурацкая статуя птицы. Здесь много того, что пригодится в дороге, а это главное, сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. Точильный камень. Я уже говорил, не радуйся прежде времени, сын. Да помню, я помню, но у меня предчувствие. Обманула.
В этот раз я был готов. Вижу. То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Это надо уметь. Всегда ожидать худшего. Не надеяться на хорошее. И всегда быть готовым к атаке. Главное не перепутать. Камня нет. И остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но... Может, его все-таки найдем? Нет. Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный? А, кто вы такие? Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал, которым потом пырнул меня в спину. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. Нам пора. Подавись! Держать! Хватай его!
вы умеете драться. Этого у вас не отнимешь. Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь версию сына. Ну да. Приготовься! Что это? Наверху!
Ну, и как вам склад Фафнера? Ну, я всегда говорю, не нравится — не бери. Точильного камня нет. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, ну, возьмите это в обмен на кинжал. Кинжал, который вы принесли, очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. Он вроде был из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. У меня к вам просьба, совсем небольшая. Помните кинжал, который вы мне дали? Кинжал из спины разбойника, которого убил родной сын? Ну да, конечно, я помню. Он был у разбойников, которые засели в крепости Нортри. Бьюсь об заклад, что именно туда они отнесли добычу из склада Фафнера. Вместе с тем камнем, который мне нужен. Чтобы помочь вам. В этих поисках нам никакого смысла. Есть смысл, если Синдри сделает нам хорошее оружие на этом точильном камне. К тому же, этот урод убил родного отца. Хочешь здесь высадиться? Босвар, Фримонт, Эрик. Все в порядке? Нет. Мои товары под водой. Мои люди утонули. На их тела все еще ходят по берегу. Хельские скитальцы. Много тут таких. Я их капитан. Они умерли по моей вине. Но эти твари оскорбляют их память. Я найду способ избавить их от мук. Таково мое решение. Буря разметала все три моих корабля по озеру. Я не знаю, чем прогневал Тора, но он покарал меня быстро и жестоко.
сын. Слушаюсь. Еще карта. Здесь должно быть что-то ценное.
этих краях я открыл возможности для охоты и торговли. Я давно отказался от поисков Йотунхейма. Это дело для более молодых и более способных. Но я был слишком увлечен. И мои люди заплатили за это. Да уж, грустно это все. Да. Надо ему помочь. Правда? Ты удивлен? Ну, да. Неужели ты согласен помочь духу? Тебе будет полезно подраться со скитальцами. А? Ого, тут как будто целый город под водой. Да, парень, забытый город. Как назывался? Я забыл.